В акробатическом рок-н-ролле четкое деление по классам и уровню мастерства. В этот раз Лев вышел на паркет с Даниэлой. Пара отлично отработала свою программу, а вот трюковую часть спортсмен показывает с другой партнершей. Недавно они стали призерами всероссийских соревнований. Долго, нудно, по крови и потом, как говорится, но достигли. Просто очень много тренировок, очень много стараний и желания. Что для вас рок-н-ролл? Это жизнь. Танец, спорт, жизнь, да. Одинцовские спортсмены сейчас в отличной форме. Они входят в сборную Московской области и уже начинают подвигать с пьедестала почета именитых чемпионов. Политика вообще федерации областной заключается в том, что мы проводим областные соревнования в тех регионах, где наиболее развит акробатический рок-н-ролл. И много лет одинцовские спортсмены держат пальму первенства и входят в авангард нашего областного рок-н-ролла. Сейчас наверное, пике, можно сказать, форме находимся. Среди других даже там областей, регионов довольно серьезные результаты показываем. Готовимся сейчас, один из наиболее важных турниров, это у нас будет спартакиада. И по некоторым дисциплинам, но спартакиада это у нас уже будет как Московская область, лучшие спортсмены там только будут выступать. По некоторым дисциплинам спартакиады будет представлена именно одинцовскими спортсменами. География открытого первенства Одинцовского района по акробатическому рок-н-роллу обширна. Спортсмены приехали из разных регионов. Отличную площадку подготовили организаторы, но участники все-таки нашли небольшой минус – очень скользкий паркет. Присутствовало чувство волнения небольшое, но в целом все было неплохо. Были небольшие недочеты, но я думаю, то, что их, в принципе, можно будет исправить. Да, все исправимо, в принципе. Просто нужно постараться и приложить больше усилий к этому. Ну, могло быть и лучше. Присутствовал драйв, присутствовало также и волнение. Но единственное, что это было очень-очень скользко. Акробатический рок-н-ролл – уникальный спорт. Заниматься им можно практически сразу, как только ребенок научился ходить. А верхнего предела в этом виде вообще не существует. Я занимаюсь с 7 лет, у меня мама тренер. Вот, я сам родом из Новосибирска. Мама президент Федерации Новосибирской области. Вот, и, собственно, она мне предложила, вот, Никит, будешь заниматься рок-н-роллом. Ну, я сказал, да, давай попробуем. Ну и все, так меня как бы этот вид спорта затянул. Вот, он мне очень понравился. В 17 лет я решил, что я буду тренером, еще когда был в школе. Вот, наверное, это мое призвание. Спортивный сезон в самом разгаре. Одинцовские танцоры в отличной форме. А значит, будут результаты и яркие победы. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».